Привет! Сегодня у нас воскресенье. Вчера мы ходили в красивый городочек такой, который называется Юнионвиль. А сегодня мы едем на фарм, на ферму яблочную собирать. Хотим маме показать, как здесь собирают яблоки и все такое. Она рассказывает, что у них тоже уже есть фермы. И у них там березовый сок собирают, что-то такое. Что у вас собирают? Маша, у вас собирают на березовый сок у вас собирают? Да. Тоже фермы такие есть, да? Нет, у нас да. В лесу просто. В лесу есть. А, в лесу просто березовые как? Рожи, там березовые рожи. Ага. Ей! Приехали на ферму. Идем собирать яблочки. Здесь не возят на тракторе. Здесь, видимо, не так глубоко надо везти. Это когда ты в леса, далеко за город едешь, то там отвозят, потому что очень большие просторы у этих владения. У этих. Они не могут поставить ящики, люди бы собирали. Я бы никак не могу получить. Вот красиво! Еще один сорт. У них несколько сортов, это да. Смотрите, я в эту коляску иду. Помнишь, мы как твист срываем, немножко его прокручиваем? Так делаешь? Раз! Ну, I just take it off. Хорошо. Ты одно и дошечка срываешь, и срывается еще 10 падают на землю. Ай, красавчик, молодец. Только красивые яблоки бери, хорошо, Идошка? Маленькие не надо. Идем в следующее дерево, Идоша. Надо другим людям тоже остаться снизу. Идем в следующее дерево, осторожно. Да, бочка тоже кушает яблочки. Идо, не садись, ты сейчас дальше будешь собирать, не садись. Потом будешь ехать. Вот яблочки здесь красивые. Ну. Ой, какие хорошенькие, такие прелесть прямо. А ну вот так нас учили, так вот прокручиваешь. Вот так вот. Сейчас откушаем, отпробуем. Красивая, в нем даже солнце отбивается. Это еще воском не успели покрыть. Так, посмотрим сейчас, как оно мне на вкус. Сейчас ставлю в тень. Ой, сочная. Ой, хорошая. Вкусно. Это не фотография, это видео, Костя. Смотри, Кися, я уже пробовал тебя увидеть, что такое. Что, Кися? Ну, смотри, чтобы не было такое пыльное. Чтобы что? А ты ей не протер? Когда ты будешь тереть, она второе берет. На, Габи, на. На, это твое. На, вот это тебе так. Молодец, вот так взяла себе. Ну, а что, пошли. Я иду хорошо. Иду вообще, самый, говорит, маме, so fun to pick apple. Я говорю, да, особенно, когда ты сидишь это, в коляске. The picking is so fun. Когда ты сидишь в коляске, а папа тебя везет. Лентяюга. Лентяюга. Габриэль. Можно варенье делать. Варенье? Да. Варенье, но мы это сидим. Как?
Как делать? В сахаре варить? Да. А ну расскажите. Сейчас недавно Юлия Рысоцкая показала. У нее есть в сайте. А, да? Да, варенье с яблок. Делаешь сироп, туда ложишь палочку корицы, сахар и варишь в этом сиропе. Раскладываешь в банки, все. Габи сюда, Габриэль. Она так показывала. А мы делаем чуть-чуть, ложим уксуса, чтобы не пригорело. Ну, мы много делаем. Тоже режешь их на дольки, сахаром засыпаешь и варишь. А сколько варить долго? Ну, пока не загустеет. Нет, где-то она говорила 40 минут. Не это подходит. Вот можно посмотреть в этом. Ну, придем сегодня, посмотрим. Да. Потому что я еще купила 5, не забывай, паундов я купила. Яблоки стоят долго, это что? Яблочко, уже два яблочка. Ну, просто сейчас, что зимой. Сорвала себе яблочки. Габи, тебе нравится кушать? Да, сиди, отдыхай. А и дочка тоже кушает яблочки? Человека $3. Сейчас посмотрим, что там в магазине.